Банк ВТБ и Чувашия могут наладить сотрудничество на основе государственно-частного партнерства при строительстве школ в Чувашии. Об этом говорили на встрече глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель правления банка Андрей Костин. Также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества банка и республики. Андрей Костин отметил, что Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион. Сегодня ВТБ – финансовый партнер предприятий всех ведущих отраслей экономики республики.